Вопрос ко всем дамам, которые предъявляют 25-сантиметровые условия на мужские достоинства. Ох. А вы не подавитесь? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну я не знаю, как бы я такие фильмы смотрел, там, в принципе, не то чтобы давились, там, в принципе, еще просили, да. Ребята, как ваши дела? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень это интересно. Я знаю, что вы тоже такие фильмы смотрели. Пишите, делитесь впечатлениями. Ну а по поводу этих дам, которые предъявляют там 25 сантиметров, ну, организмы, в том числе и женские, у всех разные. Может быть, и 40 сантиметровый как бы нужен. А кому-то и 10 хватает, как бы. Это все индивидуально, да? Вот такие вот дела. Пишите, что вы думаете по этому поводу.